представляем, что мы открыты сверху и позволяем энергии Вселенной входить в нас. Поток входит в нас сверху, мы представляем. Теперь представляем, как поток из земли входит снизу. Мы разрешаем ему входить. Теперь почувствуйте свои внутренние органы. Почувствуйте, где у вас желудок, у женщины матка, у мужчин мужские органы. Ниже. Почувствуйте. Теперь потрите ручки. Потрите. И теперь ручки приложите к органу. Любому. Погрейте его, ощутите его энергию. Соединитесь с ручками, с его полем. И попробуйте немножечко расширить поле ручками. То есть вы ручки расширяете, а поле за ручками идет. Теперь сузьте, на место поставьте. Еще раз. На место. Чувствуете орган? Прочувствуйте его. Почувствуйте, как его энергия расширяется, его поле сужается, на место становится. А теперь попробуйте немножечко делать волнообразно. И поиграйте с полем, чтобы вибрация образовалась. Возможно, это поле будет оранжевого цвета. Для цвета соответствующей чакры, рядом с которой расположен орган. Прокачайте орган немножечко. А теперь поставьте ручки на место. Верните энергию. И почувствуйте, вибрирует орган. Так можно излечивать орган, который болеет. Ну, конечно, первый источник, первую причину мы не сможем убрать таким образом, но помочь органу выздоровления мы точно сможем.